Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обеспечивают правопорядок и безопасность сограждан 24/7 на посту и в будни, и в праздники. По какому сценарию пройдет очередное дежурство, вопрос открытый. Место встречи с нарушителями предугадать нельзя. Выстрелить может в любой момент, и не только в фигуральном смысле. Поступил звонок по 02. Сообщили о том, что один из посетителей магазина на улице Северная ведет себя неадекватно, бьет бутылки на витрине и использует магическое оружие. Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции оперативно выдвинулись на место происшествия. В течение 2 минут обезвредили нарушителя общественного порядка, который пытался скрыться с места происшествия. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Суд уже сказал свое слово, определив ему наказание за мелкое хулиганство. 6 суток административного ареста. Пусть оно пойдет на пользу антигерою нашей истории, а скромные, но самые настоящие герои из патрульно-постовой снова на посту. Заступают в наряд с осознанием ответственности, несмотря на риск. Это их работа. Работа для настоящих мужчин. И они будут рады принять в свои ряды таких же убежденных защитников закона и порядка. Ольга Орлова, Анатолий Чернов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.